Хай, всем с вами Чело, добро пожаловать в Ведьмака. Смотрите, какая красотень. Боже мой. Это же опупенный желтый цвет. Это красотень. Смотрите, как красиво это выглядит. Ё-моё. Геральт, уходи, я хочу сделать скриншот. Вот. Нет, это очень круто выглядит. Мне это нравится. Так. Чё у нас сегодня за квест? Я уже забыл. Я забыл реально, что за квест. Но давненько не заходил опять в Ведьмака. Да у вас выходит видео каждый день, но я паузы делаю по пару дней, потом забываю все. Так, ладно, побежали куда вам надо. А, мы расследуем то преступление, когда... Ну, да, точно. Там уже напали на Присциллу. А еще такие на других людей тоже так нападают, и нам надо расследовать. Нет страха такой, блядь. Кто? А? Кто-то топит углем в это время года? Знакомый запах. Это сестра. Малин. Это он. Откуда мне знать? Посмотрим, что он будет делать. Надо за спину зайти. Я тебе рыло начищу, мудак! Так, я не понял. Ты чё за фигня? Ты чё за подстава? Эй! Ты чё за фигня, народ? Я не понял, чё за разборки? Я не понял. What the fuck? Чё вы тут за фигню сделали? Какую смерть за смерть? Ты чё с ума сошёл, народ? What the fuck? Чё происходит? Думаешь, ты меня выпадли здесь? А я-то видал, извращенец! Девки драться умеют! А! Успокойся, я не причиню тебе зла. Что ты здесь делаешь? Месть ищу. Что вылупился? Не слыхал, что убийца всегда возвращается на место преступления? Вот мы с братисками и перетаились, чтоб с ним поквитаться. За Присциллу. Едва не замутил ее, сукин сын. Знаю, я пришел сюда, потому что ищу его следы. И людей, которые могут что-то рассказать. Я-то знаю немного. Но что знаю, расскажу. Присцилла была твоей подружкой? Подружкой? Нет. Но она видела во мне больше, чем просто глупую слюху. А это что-то да значит. Я хотел покончить с борделем. Найти достойное занятие. Но никто меня не брал. Ни в практике, ни в служанке, ни в кухарке. Будто я проказонная. А Присцилла, она была другая. Я должна была сыграть в ее пьесе. Другие актеры боялись. Там всякие сутки насчет весьма огня. Свистуська Зося на сцене, представляешь? Но теперь конец мечтаниям. Возвращаюсь под фонарь. Мне очень жаль. Но бывает работа и похуже. По крайней мере, я так себе говорю. Ты знаешь, что Присцилла не единственная жертва? Ой, дорогуся, конечно знаю. Это за нефтира началось. И другие так погибали. Нищие, девушки, сироты. Ну кто их пожалеет? Отбросы общества, как правило, стражники говорят. А по именам кого-нибудь из них помнишь? Какие у них имена? Лысый, кудлатый, рыбка. Так их и звали. Ни семьи у них не было, ни друзей. И давно их уже сожгли. Пока. Я должен еще раз осмотреться, только уж не мешайте мне, если не трудно. Конечно, мы тихонечко сбоку постоим. Только ты скажи, из чего узнаешь. Угу. Ничего себе. И все так горит. Голова раскалывается. Кто-то топит углем? В это время года? Мужская ступня. Убийца. Упор на пятку. Человеческая. Возможно, Присциллы. Убийца сбежал, прежде чем появилась стража. Он бежал туда. След обрывается. Странно. Даже я не сумел бы перескочить эту стену. Хм. Прикольно. А может, кто сквозь стены ходит?
Ну, посмотри, куда эта стена шла. Почет тебе и уважение от людей улицы, ведьмак. Кто это? Хороший закон. До первого блюда. И нет, ничего тут нет. Вот отсюда он бы вышел. Странно. Есть там кто? Вон отсюда, а то собак спущу. Черный, стрыга, ко мне. Успокойся, я по поводу Фабиана Мейера. Я ищу его убийцу. А, ну разве что так. Сидеть, глупый псины, спокойно. Ну, заходи, уважаемый. Только не дергайся, тяпнут еще. С кем имею честь? С братом покойного. Гулус меня зовут. Мы вместе держали мастерскую, Мейер и Мейер. Ага, теперь будет просто Мейер. Теперь, уважаемый, будет ликвидация. Как только найду покупателя на эту халабуду, вернусь в Махакам. Все ближе к семье, к тому, что от нее осталось. Ну так что вы хотите знать о Фабиане? Расскажи, что знаешь про убийство, по порядку и в подробностях. Дело было так. Возвращаюсь я с работ в Оксенфурте и вижу, над городом столб дыма. Ну, думаю, опять пропущу, как какую-нибудь бабенку жгут. Но это не на рынке был огонь, а у нас. Видишь следы сажи? Там они горели, наши скульпторы. Люди слетелись на пожар и рядышком Фабиана нашли. Вот здесь. Я пока добежал, его уже на телегу грузили. Разговаривал с соседями. Они не заметили ничего подозрительного? Может, что слышали? Говорили, что нет. А если бы и слышали, все одно бы не помогли. В Новиграде люди мимо залитого кровью ребенка на улице так пройдут, что башмаков не запачкать. Да не пойми, какого краснолюда им вовсе дела нет. У твоего брата были враги? Кто-нибудь его не любил, угрожал? Нет. Это скорее он угрожал одной такой. Фабиан был добрый краснолюд, мастерюга, каких мало, но и бабник страшный. Только чуть обложим денег. Ты что, сокол, у себя собака больше, чем ты? Нет, я и да по девкам. Потом все ходил за одной такой, кричал. Это из-за тебя, сука порченная, падаль людская. И всякие такие слова. Ну, что там между ними было, этого я не знаю. Может, влюбился? А ты знаешь, где ее найти, эту порченную? На кладбище. Умерла пару дней назад, но спокойно, в своей постели. Альфонс ее говорил, что грипп у нее был. Ну, то ладно. Ладно, хватит разговоров. Мне бы осмотреться. Ай, пожал. Ай, пожалуйста. Статуи древних богов? Одни женщины? С выдающимися формами. Пятна крови. Здесь Фабиан лежал, как его наш... Кажется, здесь что-то таскали по полу. Точнее, передвигали от одной стены к другой. Можно мне зайти в мастерскую? Я туда не заглядывал с тех пор, как нашли Фабиана. Но, если хотите, так открою. Следы, но я бы не сказал, что он истек кровью. Кто-то избавился от крови, осталось только несколько пятен. Мебель перевернута, тут след, будто от удара ногой. Формалин. Сомневаюсь, что Фабиан его использовал в работе. Вообще никаких следов. Чувак, кто это?
Молодец, который тут все хвалят. Почему у вас такие странные глаза? И что же случилось с этим целителем? Я шел себе, ковырял по... Нет, телефон включился. Ну и ветер. Комментарии стали писать последние еще много. Вообще, сейчас я смотрел, я раз-два видео тупо... Ну, знаете, у них больше просмотров, чем обычно. Я такой, what the fuck? И у них комментарии стали появляться. Эй, ведьмак! Коронер вас вызывай! Говорит очередная жертва. Велел передать, что главные двери будут для вас открыты. И чтобы вы приходили как можно скорее. Угу. Оруженосец не нужен? Какие-то бандиты зарезали. Сучьи бандюки! Страх на улицу выйти. Раньше-то хоть женщин не убивали. Нечего языком припасть. С собой поговорить надо. Юстахий? Сборщик останков? А? Как ты узнал? Шестым чувством. Это ты принес в мертвецкое тело Фабиана Мейера, верно? Фабиан... А, да, помню. Очередной безглазый сердце. Нет? Шеля при нем тоже не было. Ты обыскал Фабиана? Ну, взглянул, что у него там в карманах. Ну, чтобы не пропал. Проще говоря, ты обкрадываешь трупы. Проще говоря, ты какого хера интересуешься, а? Что, процент с меня снять захотел? Пшел вон, мутант! Говори, что ты при нем нашел? А, как пожелаете. А, мелочи. Перстенек со стеклянным камешком, пара монет и какое-то письмецо. Гляди, хороший пергамент, телячья кожа. Сотру буковки и продам как новый. Это человеческая кожа. Присцилла, имя следующей жертвы. Если бы ты отдал это письмо кому следует, может, никто бы не пострадал. А то мне важно, что там с какой-то пришишилой. Мало что ли баб в городе? Уйди с глаз долой, живо! Я бы его, конечно, ударил, но потом... Rip Reputation. Видать, кто-то чары навел. С вами поговорить надо, нет, не с вами. А с этим что? Проходите, мастер-ведьмак. Хорошо, спасибо, мастер-стражник. Здравствуйте. Геральт, да? Хорошо, что ты здесь. Я ждал со вскрытием до твоего прихода. Очень мило с твоей стороны, особенно учитывая, что ты был не в восторге от моего первого визита. Потому что ты явился без приглашения и в сомнительной компании. А у меня на шее висел преподобный Натаниэль. Теперь наш духовный опекун укатил за город по каким-то делам. А я уже знаю, кто ты и какая цель тобой движет. Так что с радостью помогу тебе в следствии. Уже открыто, понимаете? Кто жертва? Юрис Аквинус, преподаватель теологии Аксенфуртского университета. Его нашли сегодня утром у него дома, на катафалке, сложенном из книг. Что за книги? Кажется, все были посвящены культу Вечного Огня и критиковали его доктрины. Да, в Новиграде это смертный грех. Начнем вскрытие. Охотно. Повреждения соответствуют обычному почерку убийцы. Жертву связали и напоили формалином. Затем преступник удалил глаза и на их место вложил горящие угли с тем, чтобы вскрыть грудную клетку. И... А это что? Пергамент? Из человеческой кожи. Это сообщение от убийц. Имя следующей жертвы. Патриция Вигельбут. Ты знаешь ее? Да, я даже был в ее имении вместе с... Я поеду к ней сейчас же. Ага. Погнали. Вот это да. Опупенно. До свидания, милсталь. Где тут знак? Так, где?
Короче, ежели тебе сегодня кто жопу лижет, завтра за нее же укусит. Смотри, сейчас кого-то еще завалят, а? Вот макака. Вот тут, наверное, еще бандюган опять. Вот, это фигня. Подожди, мы там же были. А подожди, это значит не то место, где мы... Такой в пати, да, точно, точно, точно. Тебе чего тут? Я должен поговорить с Патрицией Вигельбут. Так ты решил, что любой оборванец может? Да, она в опасности. Впусти меня, или ее смерть будет на твоей совести. А если я тебя пущу, и окажется, что ты все выдумал, меня тут же отсюда выпрут. Мне казалось, что стражник должен защищать хозяина, а не собственный зад. Будь по-твоему. Отведу тебя к госпоже Вигельбут. Только быстрее. Штучек. Ты меня понял? Быстрее! Я сейчас завалят. Геральт, какой приятный сюрприз. Вовсе не такой приятный. Я должен увидеть твою мать. Ее жизнь в опасности. Смерть? Не шути так. Я видела маму сегодня с утра. Она была грустна, конечно, но в добром здравии. Я выслеживаю серийного убийцу, и у меня есть основания думать, что твоя мать станет следующей его жертвой. Даже если так, наша стража... Он очень жесток с жертвами. Он их пытает, а потом вырывает сердце. Проверим, что с ней, на всякий случай. Тяжело мне в это поверить. Но я вижу, что ты не шутишь. Прошу за мной. Быстрее! Костер, как на Билетейн, только время года неподходящее. Помнишь, я говорила, что мать грустит? На самом деле, она переживает кризис веры. Достаточно серьезный. Мы были в Новиграде. Мать увидела костры на рынке. Всю обратную дорогу она молчала. По возвращении приказала вынести священные книги, регалии, реликвии и сжечь. А потом... Ты слышишь? Тишина, покой. Все в порядке. И все-таки войдем внутрь, чтобы убедиться. Ты настаиваешь? Ну, будь по-твоему. Подожди здесь. Походу, ее уже завалили. Мама не в настроении принимать гостей. Да, ее, походу, уже завалили. Сейчас озарет. Ну вот-вот. Он выбежал в другую дверь. Держи его. Давай, собаки. Разделитесь. Убийца все еще здесь. Что, драться расхотелось? Где? Это он! Взять его! Жри грязь! Где он? What the fuck, народ, вы что, издеваетесь? Он сейчас сбежит, ё-мо, за вас! Макаки! Вы чё творите, народ? Вы чё, издеваетесь, что ли? А, гаш! А видали, да, какой я знак себе прибабахал? Недавно. Я даже не знал, что у меня такое есть. Я сам в шоке был, когда узнал, что у меня есть такой знак. Ну, точнее, это у нас такой знак был, но то, что он умеет так делать, я не знал. Поставил этот знак, не? Нет. А, щит. Да ладно, вы уже задолбали меня. Почему так все тяжело? Стой!
Не то получишь стрелу в кишки. Слушай, вы поймали не того. Со мной этот номер не пройдет. Я отведу тебя к госпоже. Убийца все равно уже сбежал. Веди, герой. Ну. Мы взяли его, госпожа Ингрид. Пришлось потрудиться, но... Опусти арбалет, пока сам себя не подстрелил. Этот человек невиновен. Простите, госпожа. Я увидел, как он бежит, и решил, что он убегал, и... Я гнался за ним и догнал бы, если бы ты мне не помешал. Ну вот. Прочь! Моя мать! Почему с ней так поступили? Почему? Не знаю. Еще слишком рано делать выводы. Ингрид, я знаю, это очень тяжело для тебя, но... Обычно убийца оставляет рядом с телами письмо с именем следующей жертвы. Могу ли я... Можешь. Но сделай это без меня. Окей. Я больше не хочу видеть ее такой. Не хочу ее такой запомнить. И пусть это будет последняя жертва. Прошу тебя. Вот, макак, а? Ногти обломаны, синяки. Она защищалась. Наверное, поэтому у него ушло больше времени, и он почти попался. Вот и письмо. Сладкое Анике у Катарины Хромоножки. Он становится все наглее, не только имеющее место. В этот раз он от меня не уйдет. Раны, как у предыдущих жертв. Нет смысла рассматривать, нужно лететь в Хромоножку. Угу. Ну погнали, мы. Вот макака пушистая. Вот реально. Я его завалю. Я его завалю. А я как завалю? Я буду его пытать. Очень жестоко. Вот как вы его упустили, а? Да. А что он так прыгает по городам? Побежали пешком. Без труда не вытащишь и рыбки. Так, что это? Тебе здесь нравится? Там было все, что ведьмаки и чародейки бесплатны. Угу. Факты. Где у вас тут вход в помещение? О, курва, вот он. Где сладкая Аники? Наверху. Но у нее важный клиент. Не мешай. Он не важный. Не откладывай на завтра, купи сегодня. Он убийца. Никто тебя, сука, не услышит! Никто! Зато тебя сейчас будет слышать весь город. Ты мне помешала. Снова. Я не люблю, когда мне мешают. Я собирался развлечься со сладкой Аннеке.
Но сперва займусь, пожалуй, тобой. Ну я сейчас тобой займусь. Попробуй, ублюдок. Сгори! Курва, 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 курва. Ах ты ж макака пушистая. А! Мразь. Ты свободна. Никого не обидит. Вот такая макака. О, пивко. Так. Все, берем отсюда. И погнали. А, чё? Чё, кстати, за оружие взял? О, это что такое? А, лол, это ну что за фигня? Это то, что мне было, да? Да уж. Может, а по цене мне сделать? Нет, тип. Тут, наверное, меч, который у меня был. Вот тут вот, вот такое. Хех. Ну, нет, лучше я с мечом побегу. Полезнее он будет. Ой, где тут выход? А, вот, все правильно вышел. Ах. Запутанное здание. Чаще много детализация. Можем сделать это здесь? Люди! Помогите! Ну да, я... Раз на Скеллиге новый король, может они немного успокоятся? Ладно. Что это было? Непонятно. Вообще, что это было? Вообще ничего не понимаю. Good go fast. Не понял, а. Лютика! Ну как? Лучше. Одна? Да. Ты позаботился о том, о чем я просил? Ага. По ведьмачьи. Спасибо, Геральт. От меня и от Присцилла. Я сделал свое дело. Теперь твоя очередь о ней заботиться. Я позабочусь. Вот увидишь, я выхожу ее лучше, чем дриады из Бракелона. Она уже начала говорить. Приятный сюрприз. Правда? Профессор фон Грац говорит, что раны заживают на ней, как на тролле. Не очень элегантное сравнение, согласен, но оно одушевляет. Может, она даже сможет вернуться к пению когда-нибудь. Пока мы попробуем выступать дуэтом.
Присцилла будет играть на лютне, а я петь. Лютик и уточка-цыранка. Хорошо звучит. Очень хорошо. Удачи, Лютик. На сцене и вне ее. Good luck. Have fun. Дай, Геральт. Я нашел убийцу и прикончил его. Это был Натаниэль. Я застал его в Катарине, когда он принялся за следующую жертву. Владелец кричал, чтобы я ему не мешал. Называл его важным клиентом. Я думал, что меня в Новиграде уже ничем не удивить. Но, видно, я ошибался. Сильно ошибался. Спасибо, Геральт. Если бы не вы, это никогда бы не кончилось. Я знаю. До свидания. Так, смотрим. Почему мне включать задания эти, которые я не хочу даже делать? Так, вот это у нас Йеннифер. Надо уже встретиться наконец-то там. А то она там заждалась, наверное. Я не знаю, сколько там уже серии. Я назад этот квест был. Ну, очень давно этот квест был. А чё? Есть? Ха-ха. Тыры-тыры-тыры-тыры-тыры. Что-то ухо щекотит его. Не могу, раздражает. Страдаю от... Не знаю, чего. Нет, реально, очень сильно это раздражает. Вы видели, в лестницу вошел. Неужели опять комментарий? Это что за фигня такая со мной в последнее время? Окей, okay, I need to go there, but first I need to go there, because I need to tell... Да, и правда комментарий. What the fuck? Она прибыла туда из другого мира в компании таинственного чародея. Девушки и чародеи сражались с дикой охотой, а затем бежали через порталы, ведущие в Велен. Здесь обрывался один след и начинался другой. Гораздо позже дикая охота появилась на острове Хиндарсфьяль. Это могло означать, что Цири вернулась на Скеллиге. Ну, это вот эта локация. Ну, а в ту сторону, да? Это место силы. Отсюда изливается магия. Не, хотя... Хотя, знаете что, давайте возьмем лучше это. Эту селюхинку. А то я ее. Я сиртом больше тебе буду пользоваться, потому что у меня. Ах, ты ж ничего себе. Ты чё за фигня такая? Ай. А стоп, у тебя есть какие-то там, знаете, такие штучки? И правда синенькие есть. Да ничего себе ты даешь. Так, зайчики. Мы снова бордистами, не? Будем. Как там? Степ, да, называется? Или Степ игра называется от Ubisoft? Вот она вообще отдыхает. Вот настоящая игра для сноубордистов. С Witcher 3. Так, где тут? Лодочка должна быть. Вот она лодочка. Еще тут новая локация включилась. Как? Включилась. Да, она включилась. Новая локация у меня. По какому пути мне интересно ведет? Вот сюда ведет почему-то. Странно. Хоть она вот туда. Так, надо, наверное, в эту сторону идти, да? Стоп, что? А, нет, все нормально. Так, погнали еще быстрее. Я не знаю, насколько долго будем плыть.
Ничего себе комментарии. И всего лишь это от его, от одной игры Cluster Truck. Я так не понял, что за фигня такая. На улице идет снег, а пупеть. Wait a second. Wait a little bit. Там что-то красненькое. Подождите-ка. Я знал, что это с трудом-то заметил, но я это заметил. Я, по крайней мере, не глухой и не слепой. О, ней. Щит. Я ничего не получил. Сейчас обидно было. Ну ладно. Ой, ебой. Не, реально, комментарии просто летят. Это что за фигня реально такая? И все с одного видео. Как так? What the fuck is this? What the fuck is this? Вы это видели? Кит! Мамочки мои. Кит, которого 15 FPS. Кит! О, богат. Вот это да. Хорошо, что на паузу видео не поставил. Тут киты! О май гад. What you are? Не любишь серебро, да? Уходите. О, ней. О, ней. Окей. What the fuck? Вот-вот. Да ё-моё. Сейчас убьют же. А. Смотрите, еще одна летит. А, мимо пролетел, вот хорошо. Вот и летит туда дальше. Отвлекли меня опять. Я зато покушал. Он мне говорит, что опять кто-то что-то написал. Бесит. Никто ничего не написал. Вот как хорошо. Вот как хорошо. Вот как хорошо, лол. Ну что, смотрите, лодочку-то потрепали немножко. Опа, ой, ё-моё. Ой-ой-ой. Там что-то есть? Так, ну что, я почти приплыл. Енифер.
Йеннифер, здорово. Здравствуй. Наконец-то. Я уже мерзнуть начала. Надо было теплее одеваться. Угу. Еще скажи, чтобы я на холодном не сидела. Ну, идем. Пошли. Я была на Хиндерсфьяле довольно давно. Но если я правильно помню, Лафотен где-то там. Лафотен? Разоренные хаты, свежие могилы. О, похоже, мы на месте. Какое-то собрание. Мы здесь не вовремя. Разговоры о дикой охоте всегда не вовремя. Ладно, продолжим в следующей части. Спасибо, что смотрели. И всем пока. Да, и увидимся в следующей части.